он может взорваться. 7 тысячах миллиампер часов, а там 500 миллионов тысяч ампер. Да. Всем привет, меня зовут Глеб, и в сегодняшнем ролике я хотел бы рассказать вам о видах аккумуляторов, какие можно и нужно использовать на механических модах, а какие на платах. На сегодняшний день в мире существует 4 аккумуляторных гиганта. Это Samsung, LG, Sony и Sanyo. Только эти компании способны как создавать, так и утилизировать аккумуляторы. Если вы знаете еще какую-нибудь компанию, которая выпускает аккумуляторы, то напишите про нее в комментарии. Но помните, что такие компании, как Efest, Ashot и так далее, это все перепаковки вышесказанных фирм. Для начала я хотел бы рассказать вам о аккумуляторах и для каких модов они созданы. Для механических устройств необходимы аккумуляторы с высокой токоотдачей, к примеру, от 20 ампер. А для плат подойдут и 15 амперные аккумуляторы. А сейчас я вам расскажу о нескольких аккумуляторах, которые являются лучшими в своем роде. И начну я этот список с эталонных аккумуляторов Samsung 25R и LG HE4 «Бананы и огурцы». Это два идентичных аккумулятора с объемом 2500 мА и токоотдачей в 20 А. Данные аккумуляторы идеально подойдут как для использования на механических модах, так и для плат. Это невероятно качественные и надежные аккумуляторы, которые я рекомендую. Следующими по списку, но не по значению, идут аккумуляторы от компании Sony под названием VTC5. Аккумуляторное подразделение Sony было приобретено компанией Murata, так что теперь они выпускаются под другим брендом, но функционал и качество остались такими же, как и были у Sony. Sony VTC5 это аккумуляторы с бешеной токоотдачей в 30 ампер и объемом в 2600 мАч. Они просто созданы для механических модов. Я знаю, поскольку я очень долго пользовался ими на своих механиках, был невероятно доволен и жарили не как надо. Ну и конечно же, Sony отлично подойдут для любой платы. Еще одними легендарными аккумуляторами являются шоколадки, или по-другому LG HG2. Это аккумуляторы с объемом в 3000 мА и 20 А токоотдачи. Они отлично подойдут как для плат, так и для механических модов, только на механических модах они будут разряжаться чуть-чуть быстрее. А заключительными аккумуляторами в нашем списке являются Samsung 30Q. Эти аккумуляторы прекрасно подойдут для модов на 2 и более аккумуляторов, так как у них объем аж 3000 мАч. Но на механических модах их использовать не стоит, так как у них очень слабая токоотдача всего в 15 ампер. Еще на заметку стоит упомянуть вам о китайских аккумуляторах. Аккумуляторах, которые используются в ноутбуках, и аккумуляторах с названием SuperFire, UltraFire и так далее. Данные аккумуляторы не стоит ни в коем случае устанавливать на свои моды. Во-первых, вы можете его сломать, а во-вторых, он может взорваться. Да, на данных аккумуляторах может быть указана информация о 7000 мАч, а там 500 миллионов тысяч ампер. Ни в коем случае этого не слушайте, это плохие аккумуляторы, которые могут причинить вред как вам, так и вашим устройствам. Спасибо за просмотр, я надеюсь, что это видео оказалось для вас полезным. С вами был SigaretNetBuy и до встречи на нашем канале. Также не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы быть в курсе всех наших новых видео, и подписывайтесь на социальные сети, все ссылки будут под видео в описании.